Се человек, эссе хомо. Картина Иеронима Босха, которая находится в Штеделевском художественном институте, Франкфурт-на-Майне. Она относится к раннему периоду творчества художника. Видимо, в 17 веке были стерты, а затем полностью закрашены изображения донаторов в нижней части картины. Слева прочитываются силуэты коленопреклоненных отца, четырех или пяти сыновей и монаха-доминиканца между ними, видимо, их родственника. Появилась эта картина в период с 1480 по 1485 годы. И некоторые исследователи говорят даже о 1475 годе. Дендрохронологические исследования не противоречат этому, свидетельствуя, что дубовая основа была изготовлена не ранее 1474 года. Работа находилась в коллекции семьи де ла Фелле в городе Гент, затем принадлежала барону де Кромбрюге и Луи Метерлинку. В 1902 году она пополнила коллекцию Ричарда Кауфмана и находилась в Берлине. 4 и 6 декабря 1917 года коллекция Кауфмана выставлялась на местном аукционе. И за 105 тысяч марок картина была приобретена Штеделевским музеем во Франкфурте. Похожая на нее работа, которая называется так же, находится в Бостоне, музее изящных искусств, но явно не принадлежит Перу Босха, хотя бесспорно выполнена в его мастерской где-то в 1496-1500 годах. Работы с точно таким же названием есть в музее искусств Индианаполиса, США. Правда, авторство Босха в данном случае также оспаривается. И в другом американском музее, Филадельфийском музее искусств. Страсти Христова во всей своей жестокости представлены на франкфуртском эссе «Хомо». Христа выводят на высокий подиум пилаты солдаты, чьи экзотические головные уборы напоминают об их язычестве. Негативный смысл событий подчеркивается символами зла. Сова в нише, жаба на щите одного из солдат, полумесяц мусульман злейших врагов Христа на флаге, развивающемся на дворце. Враги Христа отождествляются с мусульманским миром, который в эпоху Босха и еще много веков спустя владел святынями христианства. Иисус, полураздетый, увенчанный терновым венцом и схлестанный бичами, стоит рядом с Пилатом и его спутниками перед толпой. Толпа выражает свою ненависть к Сыну Божьему, угрожающими жестами и страшными гримасами. Обмен репликами между Пилатом и толпой передан с помощью надписей. «Эссе хомо» – «Все человек», – говорит Понтий Пилат, глядя на согбенную фигуру Христа. «Распни его», – поднимается снизу надпись, обозначающая ответ толпы. Эти слова, а также краткая молитва «Спаси Христа, Избавителя нашего», исходящая от несохранившихся фигур донаторов, написаны золотом. Дворец Пилата Босх помещает в пейзаж типичного нидерландского города с крепостными башнями,
собором, домами, увенчанными высокими ступенчатыми фронтонами. Только вышеупомянутый мусульманский полумесяц на флаге у ратуши и золотой идол у моста говорят о том, что изображен древний Иерусалим.